Всем привет, с вами Матвей, Оксана, город Ангарск, Иркутская область. Сегодня у нас 3 сентября 2021 года. Также по винограду ко мне поступил вопрос про шпалеры. Вот как видите, вот у меня теплица, да, этим кустам на следующий год будет 3. У меня пока нет никакой шпалеры. То есть первые 2-3 года я вообще не задумываюсь о шпалере. Неизвестно вообще, будет расти виноград, не будет, как он себя поведет. Поэтому заморачиваться заранее, ну, я считаю, ну, это как бы, не знаю, нецелесообразно. Может быть, он вообще расти не будет. Зачем думать сейчас о шпалере, тратиться на эту шпалеру и потом расстраиваться. То есть вот первые 3 года просто подвязываю вот на веревочке, как обычные помидоры, огурцы и так далее. В других теплицах, там, где длина 6 метров, у меня просто натянута проволока. Можно сходить посмотреть. То есть меня вот всегда удивляют люди, которые вот еще ничего не посадили, а уже шпалеры строят. Зачем их строить, если у вас еще ничего не растет? Вот теплица. Здесь глубина где-то 30 сантиметров. Можно повыше сделать. Это вот самый первый виноград, который я высаживала по всем правилам. 30 сантиметров вровень с землей. И также по бокам насыпаны. Ну, какой-то материал. Тут стружка, опилки. С той стороны тоже. И вот шпалера. Я не знаю, сколько здесь сантиметров. У меня просто обусловлено, вот где есть к чему привязаться, там и привязалась. И вот такие получилось у меня 1, 2, 3, 4. 4 рядочка, просто проволока. И вот такие проволочки, которые я потом приматываю побеги. И все. Здесь где-то вот 1,60 м заканчивается. 1,60 м. И маленечко еще побеги тут остаются, 30 сантиметров. Ну, то есть 2 метра примерно нормально. Вот, нет у меня никаких шпалер. Давно не заглядывала. Здесь хорошо созревание. В другой теплице у меня уже замерз лист. Там холоднее. Там на 2 метра ниже уровень. Там холоднее. Все, всем пока.